Удивительное явление на Самарской набережной. С наступлением весны в Самару прилетела стая розовых фламинго. Птицы гнездятся прямо на водной глади. Опытный орнитолог Евгений Первоапрельский отмечает, такое на его памяти впервые. И, конечно, для орнитологии случай из ряда вон выходящий и требующий изучения. Но это довольно-таки очень интересный случай в истории миграции. И почему фламинго прилетело именно там, в Самару? Ну, скорее всего, это произошло из-за того, что в родных краях у них просто не хватает корма. И они решили, ну, питание найти здесь. Из-за этого мы теперь планируем в Волгу запустить креветок и крабов, чтобы было у них питание, еда. В этих кормах содержатся пигментные вещества, которые дают им окрас. А если будут они питаться, как наши чайки, то они просто станут белыми. Самарцы появление заморских птиц на волжских берегах восприняли неоднозначно. Надо их пойти поискать. Наверняка они там есть. Было бы прекрасно на Волге увидеть фламинго. Тем более разовые. Утки уже прилетели, может быть, фламинго прилетели. Сомнительно. Пока не видели. Я была бы очень рада, если бы это было на самом деле. Так они же в теплых странах живут. Такого не может быть. Сюда? На водную гладь. Это вам фламинго сказали? Нет, конечно. Я люблю юмор. У нас еще склероза нет. С памятью все хорошо. Сегодня 1 апреля же. Как бы то ни было, самарские орнитологи планируют следить за развитием событий и выражают надежду, что розовые фламинго задержатся в Самаре хотя бы до 2 апреля. Ксения Баканова, Полина Чулюкова, Игорь Казановский, Григорий Плешаков. События.